Более 2,5 миллиардов рублей поступило дополнительно в бюджет Дагестана от сбора налогов в прошлом году. Это на 11% больше, чем планировали. Об этом заявил руководитель региональной налоговой службы Газинур Абсалямов на заседании коллегии управления. По его словам, перевыполнена планка и поступлений в федеральный бюджет. Это порядка 117% с приростом 1,3 миллиарда. Что касается государственных внебюджетных фондов, то в них мобилизовано свыше 28,5 миллиардов. Это на 3,5 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. Местных бюджетов Республики Дагестан также перевыполнены на 13% или на 1,3 миллиарда рублей. Темп поступления относительно 2019 года составил 109% с абсолютным приростом 897 миллионов рублей.